Копии паспортов, доверенности, ведомости по зарплате, эти и другие документы оказались на свалке в селе Рассвет Исетского района. Они принадлежат одной из местных организаций. В Роскомнадзор обратились возмущенные жители. На этих бумагах были и их персональные данные. На место незамедлительно выехали тюменские специалисты. Со свалки они изъяли несколько больших пакетов с документами 2017 года. Сейчас предстоит выяснить, насколько был нарушен закон о защите персональных данных. В настоящее время проводится анализ и готовятся документы для направления материалов в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. В данном случае предусмотрены штрафные санкции и максимальный штраф на юридическое лицо до 10 тысяч рублей. Добавлю, что такие документы должны уничтожаться при помощи оборудования или сжигаться.